Всем привет, друзья, с вами Димас Гейм. Что там, не проходить Майнкрафт, это где-то третья серия, не вот, залагала просто. Ну ладно, сегодня мы идем на охоту на скелетов. И надо бы мне повысить бы ФПС. Что ж, теперь у меня вообще лагает. Ладно. Так, друзья, берем каменную кирку. И ломаем этот блок. Что ж, берем тебе деревянный меч. Опыт уже пропал, я его уже подобрал давно. У нас второй уровень уже. Бля. Лагает. Лагает. Че он не прыгает? Барон. Че за говно? Ладно, друзья. У меня лагает, так что... Видите, как у меня лагает? Явно лагает. Так что... Настроен наконец-то. А то знаете, как сложно играть с такими багами? Очень жуткими. Ладно, друзья. Так, что-то я возвращаю. Так, ребята. Мы не можем зайти в наше жилище. Ну почему? Я не знаю. Мне надо будет очистить ее от лиан. Так, вот я положу сюда, потому что она не сбалансирована. Это не сбалансированное питание. Ням-няма! Так, друзья. Если вы хотите, чтобы у меня не лагало, я нормально мог снимать на легкой, так что тогда пишите в комментах, как повысить свое FPS, а я пока попадаю. Что ж, пока буду продолжать с лагой. Я не смогу никогда лопату тебе взять в руки. Может, у меня жуть, как лагает, друзья. Поэтому пока будем играть на мирной, а в комментах все же напишите, как повысить FPS. Ура! 10 FPS я смог-то сберечь теперь. Так. Ну ладно, сегодня мы будем очищать домик, чтобы уже к будущему строительству подготовиться. Так. Немного тут я. Ну, пойдемте мы в шахту. Пока на мирной, я не подготовлен. Я просто не подготовлен для шахты с мобами. Пока. Да. Потому что у меня нет брони, у меня нифига. Поэтому пока мы будем выживать так. Тем более, выжить и так сложно будет. При такой темнотище. Так. А я-то думаю, как я уберусь. А мне-то думать ни хрена не надо. Так, здесь много угля, и это поможет моему повышению уровня. Так, ладно. В Энд мы еще не скоро отправимся. Вот это меня радует. Хотя бы когда у нас вещи бога, блин, был. Так, еще немного у нас угля, что я даже перешел уже до третьего уровня. Что ж, надо как-то отсюда выбраться. Блин, я так прокопал много угля, что я выбраться не могу теперь. Ну, я знаю, что делать. Хотя бы FPS у меня не приседает. Ну, хотя бы немножко. Так. Уголь. Да. Я угля нашел больше, чем все человечество. Уже взятое, блин. Я хочу сейчас планету с горой Эверест. Ну ладно. Там я ж умрю на этой планете с горой Эверест. Эверест это не планета.
Это опасно, блин. Это там, где воздуха вообще нету. Ну и никогда не было. Так, здесь темно. Блин, не буду здесь ломать. Ну и что же, у нас мало факелов осталось, но хотя бы у нас палки и уголь-то есть. Мы все палки потратим, сольем половину, наверное, из них, это 10 палок, на то, чтобы сделать себе освещение. Ну и шахту сейчас найдем. Доламывать мою любимую кирочку, которая поможет нам найти алмазы в будущем. Ну, пока железо, чтобы найти самые алмазы, можно было проще, чтобы их можно было хотя бы добыть. Ну что ж, мы копаем, копаем. Да, пока мы ни одной руды, кроме угля, не обнаружили. Так что, может, мне скоро придется шахту менять. Здесь уже темно. О, хоть и надолго мне помогает. Так, давайте сюда завернем. В обратную сторону. Что я там внизу еще не нашел? А, камня у меня много. Скоро я буду укреплять свой дом и делать его более практичным. Так, скоро у меня уже все закончится, мне придется идти, чтобы скрафтить себе новое оружие и новое орудие труда. Короче, очень много мне чего придется скрафтить. Что у меня сломалось? Я несколько, я две кирки скрафчу, факела и шахту, думаю, не пойду. Сейчас нужно еще дверь для шахты скрафтить, чтобы было интереснее выживать. И скоро мы уже сделаем это подвалом и переберемся в более нормальную, более нормальное место. Блин, у меня нету этого. Так как я теперь пойду назад? Ну, в принципе, один камешек потратить. Это мало. Камень — это друг. Камень — друг. Ну, хотя бы зимки такое делать. Собрать его нельзя, жалко. Так, я пока в руку, чтобы никого не ударить. Или просто не ударить что-то. Да, чтоб инструменты не повредили, да. Так. Я скоро сделаю лестницу себе. Мне придется, конечно, увеличить потолки. Но лестницы хотя бы будут практичнее сейчас. Когда я делать буду, именно будут практичнее. Но мы сегодня займемся потолком. А именно мы сегодня займемся... Я не помню, чем мы сегодня займемся. Мы сегодня займемся, короче, обоями. Именно, да, обоями мы займемся сегодня. Я их не буду так красиво делать, просто поставлю переплавлять камень. Так, еще сложил. Ну, думаю, мне хватит, чтобы переплавить камень. Так. Хотя лучше мы сегодня сделаем пол, а в следующей части мы уже сделаем то, что надо. А пока... Сегодня мы сделаем пол. Да. Из тропического дерева хорошо будет выглядеть именно пол. Так, берем пока 49 дерева. И у нас есть чисто камень. Чисто камень. Это мое орудие труда, которым я смогу... В будущем, ну, когда я соберусь что-нибудь делать, оборудовать. Так, давайте.
Так, так, так. Так, друзья, сейчас мы сделаем пол. И сейчас я вот все это сломаю, и мы продолжим. Так, друзья, а углем я не буду лакомиться. Да. Зачем мне уголь? Сейчас. Да. Потому что мне надо свою землянку разукрасить, а то есть сделать ее более красивой, а не уголь здесь собирать. Так. Так, давайте сейчас мы достроим пол. Пол. Что ж, продолжаем. Так. Просто когда я на 4 нажимаю, то у меня пауза, у меня бьется топор на 4-м на слоте, на 4-м, так что я сейчас на 4-ку поставлю доски пока. Потому что они мне сейчас нужнее, чем этот тупой топор, который мне сейчас ничем помочь не сможет. Что ж, продолжаем. Теперь мне будет удобно на паузу ставить. Так, все же видно? Все же видно. Так что стоит мне вмешаться. Так, так, давайте. Все. Так, вот. Здесь вроде не видно, они все закрывают. Что ж, друзья, а в следующей части мы займемся потолком. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока-пока.